Его имя долгие годы было известно лишь узкому кругу специалистов. Инженер-конструктор, полковник Юрий Глазунов. Разработки Юрия Глазунова оказались постоянными героями сводок из зоны спецоперации на Украине. Как он совершил революцию в понтонном мостостроении с помощью обыкновенной салфетки? Он говорит, и после этого я понял, как надо делать ПМП. И почему руководство страны запретило выдавать патент на его уникальную разработку? Он подавал патент несколько раз. Легенды армии. В воскресенье в 12:20.